Всем здорово, всем привет, с вами Волоснявый Жужик. Сейчас будет научное видео, откуда берутся камни и вообще как они размножаются. Наверное, многие слышали, что камни появляются от извержений вулканов, или же старое динозавров говно превращается в камни, но это не так. На самом деле камни влюбляются друг в друга, потом начинают целоваться. Вот здесь камень мальчик, это камень девочка. Потом после поцелуев у них появляются серьезные отношения. Ну, потом наступает ночь, дальше вы сами понимаете, трахтобедох. И через 9 месяцев появляется маленький камушек, потом который вырастает большой камень. Теперь вы знаете, как на самом деле появляются камни и размножаются они. Можете это рассказать своим друзьям, знакомым. А вы можете поддержать меня лайком, подписаться на мой канал. Всех люблю, обнимаю, пока.